Приветствую вас на канале AsmodeePlay. Мы продолжаем играть в BioShock 3 Infinity. И сейчас мы сваливаем отсюда, да? Так, что у меня за оружие-то надо вспомнить? Ага. Так, задача — найти полицейский склад в трущобах. В трущобы идем, значит. Так. Мы знаем, где это находится. Опа. Кто сказал? Кто ты? Голову оторву. Ну давай, покажи сначала. Выбейте его оттуда. Молодцы, так его. Давай. Завали. Да нахрен тебя. Где ты? Тихо. Давай посмотрим. Ага. Патронов нет? У меня есть. Дать? На! Где-то тут вроде кто-то стрелял, нет? Рабочие нередко жалуются, что недовольны своим местом в жизни. Но зачем жить? Не вижу. Корова не станет львом! Да и к чему ей это? Я тебя забуду! Вы работаете, едите, спите, святая простота! Тихо. Спокойно. Где вы? Теперь. Я тебя проучу. Давай, проучи. Давай. Пойдем. Проучальщик. Что ты здесь? Вы не помогаете! Покончи жизнь. Сам убийство. Да, только на это и способны. Так. Картечница, зачем она мне? Трущобы. В торговых автоматах можно приобрести самые разные припасы. Ну давай. Так. Здоровье полный. Вот это приобрету боеприпасы. Куда мне боеприпасы эти израсходуются, не знаю. У меня что, куда-то... Так. Ну ладно. Возвращайся. Так, а мне почему не пройти? Потому что их надо убирать. Хочешь спросить, спрашивай. О чем? О пальцах. Я не... Да ладно. Для меня это такая же загадка. Может, Славей знает, но он не говорит. Прости. За что? Мое уродство отлично. Спокойно. Давай! Сейчас. Кто там есть? Кто-нибудь видит? Господи, вот так вот. Расхреначили его. Его кто-нибудь видит? Ну и все вроде, да? Я его упустил. Не беспокойся. Открой. Сейчас. Ух ты. Да кто ты такой? Дурачок ты.
Так, а что мне надо? Спокойно. Давай, если там кто-нибудь есть, он его прибьет. Это убивает меня изнутри. Давай. Ну вот так, значит. Я тебя закопаю. Как, а кто там булька-то? Какая-то плавучая платформа. Прикончу. Кто булька где? Давай. Отзовись. Я тебя вручу. Здесь кто-то. Автомат пуст. Ну ты и дурак. Ну. Окружай. Где? Да сдохни уже. А, вот он. Давай. Нормально так. Все. Так, тут ничего у нас нету. Так, ну и прыгать я тоже не собираюсь. Куда-то все на трудовой праздник идут. Меня интересует вот здесь вот что. Ну что ничего нету. И эта дверь заперта, что здесь? Ну ладно. Потом будем смотреть. Крюк. А зачем мне крюк? Вот здесь вот. Укрытие, крюк. Куда тут прыгать-то? А, наверх вот сюда. Понятно. Дома Финктона. Ага, как это? Дома Финктона. Вот так, наверное. Во множественном числе произносится. Так. Там какой-то баран. Что? Так, чтобы взять дробовик. А зачем мне дробовик? Будем смотреть тогда. Ну, вроде все есть. Ни в чем не нуждаюсь. Единственное, что меня интересует, вот это нет новой способности, вот это. Как крылья какие-то. Ладно, сваливаем сюда. Давайте, поехали кататься. Конечно, покидаем район. Здесь мы сделали свое дело. Элизабет сочувствует людям в трущобах, как бы ее за это не убили. Вот так вот. А что ты жопой-то развернулся? Что, выход ты там? Ты, наверное, считаешь меня чокнутой. Да. Девушка, которая оживляет мертвых. Да. Единственный друг, который это огромная птица. Все верно. Наверное, я смешна. Еще тебе как. Просто не повезло. Я ни за что не вернусь в башню, что бы ни случилось. Вернешься. Они от тебя не отстанут. Почему? Захочу, вернешься. Что я им сделала? Ну, я тебя вытащу. Ты их пугаешь. Хорошо. Чего хорошего-то? Так, сзади никого появления не предвидится. Вот чего они хотят, братья. Они морят вас голодом, чтобы вы не возражали, только просили. Они не дают вам учиться, чтобы вы не придумали чего лишнего. Так, что чтобы тут у нас? Чтобы вы гонялись за серебряными есть орлами, хочу, помогите. Чтобы покупать все, что они вам всучат.
Но Дейзи Фицрой знает, что есть другой путь, братья. И очень крысу скоро этот путь откроется вам. Эти люди такие из-за Финка? Может, Дейзи права? Так. Что хочет с ним поквитаться? Пусть сначала вернет нам долг. С нас пушки, с нее корабль. Можно сразу пойти в отделение полиции? Поставь себе оружие, или нам сначала нужно, заглянуть да. в тот бар. Что скажешь? А ну, Варюга! Ублюдок! Сбегуйте его, свинцам! Ну-ка, давай-ка за меня побудь. Никогда не думал о самоубийстве. Ну вот как раз подумай об этом. Так. А мы что у себя сделаем? Солей добавим. Как наркоман. Не звучит как-то. В нашей реалити как-то. Соль — это наркомания уже. Так. Да кто там булька-то? Чудно. Вроде никого не осталось. Много отмычек не бывает. Давай. Собирай. Никто не будет по тебе горевать. Да где ты? Не уйдешь. Кто булькат? Покажись. Не уйдешь. Понятия не имею, где ты. А, вот он ты. Чтоб ты ж... Давай, его. Смотри, какой герой за меня стал. Валите его! Давай. Ну, чё, взяли тут? Ну и ты теперь. Молодец. Ух ты! Так. Бар. Что нам тут взять? Соли. Возьмем. Так. Полный. Вроде. Возвращайся, когда деньги будут. Хорошо. Так. А мы идем. Раз, два, три. Так, я играть умею, оказывается. Ну-ка. Давай. Нам вернуться суждено ли к нашим близким навсегда? Ага, как это закончить? Ждет ли нас? Ждать, когда споет? Приют последний в небесах, в небесах. Это что получается, если она будет раздавать еду, что, три раза смогу сыграть так? Надо три яблока, три раза. А я думал, на гитаре умею играть. Оказывается, это обман. Это все обман. Так. Блин, хрень, подойдешь. Башка не мешает. Так, а здесь чего? Ох ты! Мышь сдохла. Так. Денежку взяли. Найти полицейский склад в трущобах.
Опустившись на самое дно, ты начинаешь видеть, откуда, у чего ноги растут. Я заглянула в недра города и поняла, что там клокочет огонь. Только вот у огня не было рта. Зато у Дейзи, у нее рот широкий, хватит на все огни Колумбии. Да, ты уверена, что ты про огни Колумбии говорила сейчас? Куда мне идти? Так, ладно. Ой. Сюда можно пройти? Нет, нельзя. Идем наверх, милочка. Куда ты сюда тыкала? Не стоять! Живее! Бей! Я вижу разрыв! Сильнее! Сильнее давай! И даже чертовой царапины не осталось! Я же раз... Давай! Пожалуйста! А? Еды! Прочь с дороги! Деньги, деньги! Дриби-деньги. Больше тут нет ничего, да? Да, вроде нет, да. Ладно. Давай. Им срать на нас. Я не понимаю. Почему ты... с некоторыми людьми обращаются как с людьми, а с другими как с животными? В мире под нами такое происходит сплошь и рядом. Как? Привунда дни? Да, как привунда дни. Так, ты знаешь, куда идти, что ли? Так. Так, предмет брюки, трассовая зарядка, прыжок на аэростату или с нее перезаряжает оружие. Ну, давайте возьмем. Даже не знаю, как так, кто придумал еще такую штуку вообще. Чтобы достать инструменты, придется прорываться с боем. А теперь... Сейчас он. Ох ты, там кто-то стоит. Блин, прорываться с боем, да? Кто тут? Кто булькал? Умри, грешник! Ну давай, где ты? Поехали. Ого-го-го. Спокойно. Еще разок. Что-то мы подбили. А, о. Давай, давай. Еще немного. Ой. Хоп, и все. Давай, Элина! Элизабет? Ага. Так, нормально. Господь судит, я действую. За отечество! Тихо, тихо, я не понимаю, где вы все. Поэтому ждите. Ха!
Так, а куда мне надо-то? Патриоту, что ли? Блин, реальных патриотов надо. Его кто-нибудь видит? Да нахуй! На. Все. На. Все. Все, нет? Ничего нету. Так, мне вот сюда. Я так и думал. Можешь это открыть? Попробую. Давай, взламывай. Прошу. Молодец. Я знал, что они где-то здесь есть. Так. Так, 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 так. Заходим. Полицейский склад, бычий дом. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Хоп. Сюда. Так. Отмычки. Так, это какой-то... Не знаю, гвоздолёт, шаромёт. Кто он там? Не знаю даже, как его назвать. Куда еще можно сходить? Подождите, здесь где-то должен быть сундук, а вот где? Ладно, давайте посмотрим дальше. Тут точно нет? Еще раз смотрим. Блин, это хрень смотреть. Цифрой найдено. Цифрой найдено. Дейзи цифрой. Это... Ага, это повстанка. Вы боитесь, твари? Правильно, бойтесь. Великий пророк предвидел ее кончину. Да сейчас. Только он сможет защитить нас. Давай, пробуй защитить. Сейчас я тебя наваляю, как встречу. Хотя навряд ли с тобой встречу. Открой. Сейчас. Сдохни уже. Пусти ближе! Тихо. Умри, урод! Пусти ближе! Скорострел. Это кто там такой? Обойма. Ты тут сдохнешь. Кто-то наверху там разлом. Окружай! Окружай! Так. Сдавайся! Не жалейте боль! Убейте его! Где там? В атаку! Держать позицию! Кто ты такой? Это кто такие? Патриот! Как не нож в спину нашему пророку! Где? Вау! Давай-ка. За семью! Да нахрен тебя! Его кто-нибудь видит? Давай! А теперь вы. Нормально.
перезарядимся. Надо будет боеприпасы к нему пополнить. Открыть огонь! Кто где? Давай. Медикаменты, а мне это не надо. Тоже пусть подождет. Можешь это открыть? Заходим. Какая ерунда. Если ерунда, то открывай. Открыла. Молодец. Так. Ага. Так. Броня. То, что доктор прописал. О, точно, точно. Так. Злобного доходяги, когда у вас крайне мало очков здоровья, вы наносите в два раза больше урона. Ну, пока взять. Так, смотрим, что у нас здесь. Угу. Чтобы взять карабин, зачем мне карабин? Точно, это что? Здесь, я как понимаю, с оружием связано. А мне что надо сделать? Найдите конфискованные инструменты. Инструменты. Ищем инструменты. Соли взяли. Так, 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 так. Сюда, сюда. Фуражку не носим. Так. Угу, пистолет. Ну. Вот он, вот он. Сундучок. Ну, давайте в жизнь. Слушаем. Работа отдельно, личная жизнь отдельно. Мне платят за то, чтобы я ненавидел народников. Но что такого в том, чтобы пропустить с людьми Фицрой по стаканчику? Когда с ними в ночной смене сидишь, они обычные парни. Похоже, я хватил лишку. Вышел оттуда, ключа от сейфа с уликами нет. Если Шмидт узнает, ох, что будет. Так. Вниз. Понятно. Ладно. Смотрим, что у нас здесь есть. Ай-яй-яй-яй. На защите ценности. Ну, пойдем вниз. Медикаменты. Медикаменты мне не нужны. Так, пока вроде все есть. Ни в чем не нуждаюсь. Так и думал, что туда вниз. Подожди. Подожди, не спеши. Так. Вот. Автоматы всякие это. Мне нужны. Все. Идем вниз, инструменты ищем. Так. Давай, иди, открывай. А вот и инструменты. Теперь только нужно доставить их к глазу народа. И мы получим свой дирижабль. Скрывай, давай быстрее. Элизабет. Легкотня. Все. Молодец. А кому мы помогаем, доставая оружие для глаза народа? Мы помогаем себе. Дейзи ведь может все изменить? Может. Помочь этим людям? Конечно, ага. Может. Давай, беги. Да, прольется кровь основателей. Понять не могу, если вы сюда... Интересно.
первоначально не хотели идти. Отмычка. Молодец. Первоначально не хотели идти. Мы точно не сможем унести все это назад в мастерскую. Кажется, мы не до конца продумали наш гениальный план. Инструмент. Что это? Похоже на разрыв. Ну, а давай. Другой вариант этой комнаты, где нет инструментов. Ну раз их здесь нет, значит. Значит, они должны быть в мастерской. Букер, если мы войдем в разрыв, вернуться уже не получится. Ты уверен, что готов? Давай. Давай. Давай, тушься в стене. Вот, держи. Ну вот, молодец. Что-то изменилось. Так, теперь вернемся к оружейнику и закончим все это. Пора уже сесть на дирижабль и свалить отсюда. Пора. Букер, если глаз получит оружие, начнется революция, как в отверженных. Нормально. Эти люди обретут новую жизнь. Ага. Так. На меня нападение, да, будет? Так, а что мне надо сделать? Вернитесь в оружейную мастерскую и перенеслись в мир, где у Тасла народа есть оружие, возвращайтесь в оружейную. Ага, все понятно. Давай, беги, беги. Ого. На. Надеюсь, ты не против. Немножко маньячу. Ощущаешь, как эти люди слушают Дейзи? Все еще это можно изменить. Мы можем все изменить. Я не хочу в этом участвовать. Получим дирижабль и улетим отсюда. Конечно. Сваливаем отсюда побыстрее. Какие-то бомбы тут понатыкали. Ой-ой-ой. Так. Это когда Констоп спит на перинах в своем особняке. Давай. Нормально. Величайший грех. Так. Не пытается это изменить. Вот так вот тебе. Давай. Тихо, не спеши. Не спеши, не спеши. Вообще живая? Живая, смотри-ка. Так, это повстанцы. Ты же Букер Давид! Да. Народный герой! Конечно. Да что они несут? Посмотри на так, плакат. Тут я какая-то знаменитость. Я помню. Я вел бунтовщиков. Я и Слейд. Мы сожгли зал героев. Голова трещит. Две это... памяти в одном мозгу. Букер, вот это я самое хотел сказать. Нам надо найти Дейзи Фицрой. Две памяти в одном мозгу. А потом летим отсюда на первой леди. Быстрее, 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 сматывайся. Сваливаем отсюда побыстрее. Нос кипит. Столько памяти в одной башке, это кошмар. Этим людям нужен герой получше. Если вдуматься, Комсток и Фицрой отличаются только именами. Лучше бы у этого сорняка еще и корень бы выдернули. Чтобы больнее было. Так. Сторону развернулся. Я его вижу! Чтоб ты сдох! Поздравляю, что ты меня видишь. Тихо. Он где-то прячется. Спокойно. Давай. Помоги нам. Все
здесь давали. Ой-ой-ой. Чуть своих не подбил. Я тебя проучу! Да. Ну, открывай! Есть! Да. Бум. Вот это он себя здорово казнил. Ладно. Пойдем. Вот что мне надо. Так, аптечный набор. Мне не надо соли. Полный. Боеприпасы. Боеприпасы. Ну все, 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 все. У меня теперь есть все, что мне надо. Хопа. Хопа. Ага. Опять дергайте рычаг. Ну, тихо. Похоже, получилось. Не знаю, я перенесла нас в мир, где у народников есть оружие. Или я создала... Давай. За меня будет. На. Теперь я смысл. Давай. Не сюда, ты точно знаешь. Нет, подожди, куда мы тогда? Я думала, все будет совсем не так. Элизабет. Их убили, Букер. Давай, надо уходить отсюда. Идем на фабрику. Нас ждет корабль. Слушай. Это вы наша забота, не наше дело. Ты просто открыла дверь в этот мир, и мы вошли. Ты уверен, Букер? Да, я уверен во всем. Вдруг я не нашла мир, где Ченлин жил, а создала его. Я же говорила, для меня это как исполнение желаний. Загадала его там. Так. Есть где что взять? Послушаем еще разок. Даже в этом городе у меня нашелся товарищ, Слейдж. Он связан с этими народниками. Для гражданских у них на редкость много оружия. Проблема в том, что сначала я должен помочь им устроить революцию. А потом мы захватим дом Комстока. Сделаю это, и девчонка моя. Ну что ты не летаешь? Он покормил вас сеном. Опа. Подожди. Он бы там вас и держал. Вот так. И когда вы ослабеете, он выжмет Молодец. Вас досуха и отправит на живодерню. Ну. Хотите быть ишаками? Ваше право. Отправляйтесь в Ежабль. Но если вы хотите стать людьми, приходите к глазу народа. Выберите его! Ой, а почему мне первого досталось? Я вообще прекрасный парень. Берегись, патриот! Вон! Вот этот! Сейчас. Давай. Ой. Подожди. Куда-то я забежал. Не понимаю. Ладно. Предположим. Все нормально? Я его убил.
Должен убивать. Давай. Открой ворота, и фабрика наша! Я бы хотела дать совет Иеремии. Давай. Открываем ворота. С философией мистера Финка. И... Прекрасно. Что-то я не понял, что там было. Или они не могут был? Открыть ворота. Кто-то должен сбить корабль. И этим кем-то будем мы? Но мы жестокие провокаторы. Как я должен тебя сбить? Подожди, немножко. И эта штука рухнет. Да. Так. Так, а где мне двигатель-то вырубать? Ага, она отключаться должна. Спокойно. Получишь за меня немножечко. Моя цель истинна. Два. Ибо я глаза пророка. Голову оторву. Давай. Подождем пока. Господь судит, я действую. Где-то здесь я должен что-то отключить. И что? Вырубим двигатель, моя и эта штука рухнет. Моя цель истинна, ибо я глаза пророка. Спокойно. Ничего нет! Все нормально. Тихо, 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 подожди. Не спеши. Аптечка пригодилась. Уничтожаем. Так, теперь пора сваливать. А куда? Оп. Нормально свалил. Да. Подожди, подожди, я бегу, 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 бегу. Элизабет, идем внутрь. Надо найти Дейзи на фабрике. Вот и сваливаем на фабрику. Одно я знаю точно. Кто где стреляет? Вы его видите? Так. Отправились на фабрику, верните дирижабль. Первая леди Глаз получил оружие. Вы свою часть сделки выполнили. Войдите на фабрику, заберите корабль. Ага. Все. Это мы, да. Его кто-нибудь видит? Да. На. Так, нам сюда. Дейзи сказала, что пришла за Финком. Поднимемся на лифте. Кабинет Финка наверняка там. Шляпа, да? Я просто даже читать не буду. Поделаю это, возьму ее с собой. Так. Поехали. Хоп. Все, сваливаем. Ты со мной? Со мной. Едем, едем, едем.
В натуре три вагона. Че ты стала столько собаки? Ой, соли делать. Наркоманы. Хочешь такую, хочешь такую. Какую хочешь? Ты какую хочешь? Че молчишь? О, продажа. О, кстати, вот этот завод чем-то напоминает халву. Где там уже в башню, в цитадель заходишь и тоже они все делают. Созданы друг для друга, да? Кто? Фицрой Комсток. Да. О, пулеметы. Все для убийства делают. Зачем вам? Мэйлин? Мистер Лин? Что? Боже, я... У меня в голове был один Париж. Да? Я не думала, что... Ты не могла знать, что так будет. Я тоже приложила руку к этой катастрофе. Хватит. Если ты хочешь притворяться, что мы не виноваты, дело твое, но... Отлично, я не виноват. Да, и это дело точно мое. Ну что тебе? Говори. Алло? Финк? Я видела, как ты умер, Букер. Видела. Фицрой, слушай, я достал оружие. Давай корабль. Мой Букер Дэвид умер за глаз народа. Ты либо самозванец, либо призрак. Мой Букер Дэвид пал как герой и остался в памяти народной. А ты только все усложняешь. Короче, не хотят они выполнять свою часть сделки. Сейчас я ее завалю нахрен. Молодец, что видишь. Так, сойдет? Сойдет. Что у вас есть? Ну, там такие, прям вот ни хрена нету. Что-то прыгающее. У меня нашелся товарищ Слейд. Он связан с этим. Он сказал. Эти дыры явили моим глазам еще одно чудо. Хотя я пока не нашел им применения. Этот способ слить воедино человека и машину, создав нечто большее, чем просто сумма частей. Процесс, судя по всему, необратим. Возможно, Комстоку эта технология пригодится для той башни, которую он возводит. Каких-то монстров, киборгов создают, что ли? Они идут. Нет, хватит! Нет! Что-то, вот, показывай. Отдать ты мне не хочешь, да, дирижабль? Еще кровью мажешься. Фу, какая гадость. Убейте самозванцев! Тела сожгите! Сейчас я сожгу тебе твое тело. Давай, на. Подожди, им сейчас не до меня. Так. Открой. Сейчас. Наказание. Будет исполнено! Приходи! Огонь очищает! Давай, где ты? Молись о смерти! Что тут еще есть? Пророк приговорил тебя! Тихо! На тебе! На тебя! Здорово! Даже не знал, надо помочь или не надо помочь. На! Сойдет? Уже загорелся. Все.
лопнул. Сажу в тебя нож, порука, я лети! Кто? Кто стреляет? Откуда? Подожди, я вот подожди. Ну-ка. Господи, я думал, что тут отдельное. Так, мне как туда попасть? Без суда и следствия. Выбейте его! Я и вас не вижу, ребятушки. Давай. Кто где там остался? Бля, дурачок. Берегись, там механик. Ой, где он? Где он? Подожди. Стой. Да подожди ты. Чуть-чуть. Ой. Где ты? Лови бароны. Не перезарядка. Ай-яй-яй. Нужно? Есть. Больше ничего нет. Ничего страшного. Хватает. Мне пока хватает. Фу. У тебя кровь! На! Букер, лови! Давай. Есть! Молодец! Подожди, я пойду закуплюсь, я где-то тут видел рёв. Полный. Полный. Где мне? Где? Все. Вроде как восполнился. Так. Где вход-то? Что-то не открывается как-то вход. А все почему? Так, ладно. Это не сработало. Где ты? Так. Ну и почему ты не открываешь? Ага, кто по мне стреляет? Тебе не выбраться. Не. Так сойдет. Так, и как мне ее вернуть-то? Здесь что здесь должно быть? Понимаю. Так.
Вот я. Прошелся. Нет, нет, нет! Она же убьет ребенка! Букер, мы должны что-то сделать! Мы должны действовать! Надо попасть туда! Отправляйтесь. Давай, Букер, надо торопиться! Помоги мне залезть! Куда залезть? Ну давай, я иду к тебе. А, вот, наконец-то. Давай, подсаживай. Иди к окну и отвлеки Дейзи. Иди! Отвлекаем. Давай. Ну что, к этому ты стремилась, Дейзи? Мы должны это сделать. Хрен ты что сделаешь? Основатели ребенок выживет. Как сырники. Сегодня срежешь, завтра вырастут. Если хочешь избавиться от сорняков, надо вырывать их с корнем. Причем здесь ребенок-то? Причем здесь ребенок? Он ножницами. Молодец. Умнича. Элизабет. Похоже, это семейное. Все нормально. Иди, я тебя утешу. Эй, ты что? Полегче. Куда ты бежишь? Так. Слушай. Фицрой, ты победишь в этой дурацкой войне. Давай, жизнь. Пошлешь это в Нью-Йорк. Девочку они не получат. Кто бы они ни были. Может, я все... сделал правильно с тобой и с глазом. Но все без толку. Анна. Анна. Прости меня. Слушай, я убивал. Давай еще разок. Элизабет. Понятно, хрен там она выйдет. Тогда поехали. Проложим курс. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Широта и долгота. Или чего там? Элизабет. Волосы отрезала. Свихнулась баба-то. Было только это. Слушай. Как это сделать? Кодеть. Сделать что? Как? Забыть. Как ты смываешь с себя все, что натворил? Никак. Я научился с этим жить. Итак, настал момент истины. Нью-Йорк или Париж? Ну, давай. Нет, 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 нет! Черт! Скорей! Надо как-то разогнать это корыто. Давай. Должен же быть, ну, не знаю, какой-нибудь ускоритель или что-нибудь еще. Ну, а ты еще? Знаешь, как он выглядит? Я не знаю. И как мы его найдем? Элизабет! Держись, я все делаю! Кто вообще придумал какую-то большую гигантскую? Непонятно. Так, где я? Нет, не она. Она самая. Нет. Да. Нет. Да. Подумай. Ладно. Держись. Прошу. Вот эти парочка. Надо их остановить. Нет, это Ми. Нет, Букер, это быстрее. Точно она. Нет, сейчас. Не она. Подожди, нет. Я помогу. Да. Нет. Да. Нужна еще мужская раз. Сила. Давай сам. Ладно. Хватит! Ладно. Хватит, вы не знаете, а вот что так делаете. Не она. Ха, ну вот. Все кончится теперь. Ну давайте, кто вернется, вы такие вообще? Вернется. Но ты верная. А инструмент нет. Он хочет и то, и другое. Но если знаешь, как ему петь. Он доставит тебя куда хочешь. А, это про орла, наверное. Давай. Кто вы? Мы там, где мы нужны. Мы нужны, где мы есть. Комсток играет ему эти мелодии.
А есть другие, чтобы он от нас отстал? Спроси об этом самого маэстро. И где же он? Давай. Ну да. Сам играй. Хоть пианино оставили. Толкнуть, я думаю, сыграть надо толкнуть. Логика. Букер, это дом Комсток. Если мы собираемся найти его, надо начать отсюда. Народники идут! Надо уходить из дока! Отчаливаем! Они уже рядом! Понятно. Куда они собрались? Туда, где нет голоса народа. Давай. Тут один. Отходим! Подожди. Подожди. Снижение отдачи. Я все сейчас прокачаю. Потому что нам все надо. Блин. А вот интересно знать, когда денег нет, на чем-то одном оружии сидишь? Или у каждого есть излюбленное, типа там у одного там дробовик, у другого, не знаю, там пистолет. Так. Ну все вроде. Да подождите. Открой! Вперед! Так. Выкурите его! Не уйдет! Выкурите его! Так. Нормально. Давай. Ой-ой-ой. А меня, кажется, подбили. Открой! Букер, соли! Давай. Забирай! Сейчас я накатаю. Тихо, тихо, тихо. Ой-ой-ой. Кто там? Спокойно. Ну, что не получилось? А нет, получилось. А что тогда? Идет бой. Подожди, у меня тут бой идет. Замок скрыт, не получается. Кто еще остался? Элизабет. Сейчас. Ты умрешь! Все. Невероятно. А что невероятно-то? Подожди, я тут что-то... Что-то тут видел. Стоять. Подержи у себя. Отмычка. Конечно, давай. Соли надо найти. Вот это уже я не знаю для чего она. Этот! Есть! Ну не знаю. А, молнии надо туда. Шмаля. Заперты. Элизабет! Ладно. Почему птица летит на звук этой мелодии? Вот интересно знать почему. Потому что с мозгом поковырялись у нее. Радовалась? У меня больше не было никого. Он кормил меня. Открывай быстрее, давай. Книги. Он был мне... Там такая, хоть пальцем ковыряет и какими-то другом, булавками. Потом я выросла и возненавидела его. Он был моим тюремщиком. Вот так. Ну он же просто зверушка Комстока, да? Верно, давай. Открывай быстрее. Готово. Строй была ничуть не лучше Комстока. Открывай, давай. Когда у людей закипает кровь... Вау.
плюс. А это вот насколько этот баран вот этот, который был. Так, ну, открывает наскок. Силовой поток открывает силовой поток. Так. Блин. Не так просто опять ее остудить. Нажмите, чтобы броситься на врагов, вернуть врагов и нанести им удар торнадо. Зажмите, чтобы схватить врагов. Отпустите, чтобы нанести еще более мощный удар торнадо. Да. Да. Это же мы устроили, да? Вот так. Ай-яй-яй-яй-яй. Ой-ой-ой-ой. Так, а здесь что? Угу. Отсюда уходим. Вот оно, вот оно. Давай. Мне щит уже лучше. Полный. А что, одна на соль еще осталась? Ладно. Товары завтрашнего дня. Вау, у тебя еще что-то есть. А, у тебя вон что. Что еще у тебя есть? Сегодня. Куда? А в другую сторону. Вон! Вот этот! Пожалуйста. А чё кричит? Чё кричать? Ты думаешь, она так не поймет? Так. Ну, попали мы сюда. Вперед, вперед. Там кто-то есть! Где теперь твой бог? Да. Вот тебе мой бог. Как тебе? Перебил его? Молодец. Ну правильно. Это пророчество. Ты же не веришь, что кто-то правда может видеть будущее. Когда я только приехал, у меня... Куда не то? Было видение. Нью-Йорк, только невероятно большой. И он горел. Ждем. Надеюсь, ты не заразился пророческим даром. Нет. Вызвать их надо, ага. Никаких переговоров! Пленных не брать! Нет им прощения! Стой! Он смылся! Давай! Кровь за кровь! Так... Открой! Сейчас! Сплоченные кровью! Ты чё, сам-то никуда не пойдёшь? Революция на пороге! Давай! Помни о Винкто! Давай! Он башки уже лишился. Сейчас, подожди, стреляю. Все, не сбежал. Теперь сюда. Ой, подожди, стой. Вообще мало поправил. Мало. Посмотри на него. Думаешь, он это будет? Конечно. А ты? Прошу. Вот так. Нашла деньги. Вот, держи. Давай. Мне их как раз не хватает денег. Думаю, чего мне не хватает?
посмотрел, денег не хватает. Большой дом. Добро пожаловать. Они, ну или она одна, придумали, как поднять город в воздух. На гигантских шарах? На квантовых частицах, висящих в пространстве времени. Они на гигантских шарах? Я читала, что несколько лет назад эти двое исчезли. Я же сказал, придут. Не сказал. Ну да, я говорил, что они придут. Но не сказал. Не говорил. Ты уверен? Такое чувство, что они не те, кем кажутся. Да, это... Я мог бы сказать, что они придут? Какой-то нет. Парадокс. Эллипсис. Это не эллипсис. Риторику еще не изобрели. Должны были бы уже. Это уже какой-то плеоназм. Похоже, они хотят помочь. По-моему, они психи. Странно, да? Странно. То, что мы иногда... Говорим друг за друга? Именно. Это как раз логично. Хм. Как думаешь, как это у них получается? Дай мне сначала переварить квантовый город. Квантовый город. Ты вообще хоть знаешь, что такое? Услышал и все. Пойдем. Идем. Нас ждет дом Комстока. Ну пойдем. Выходи. Эх. Стой. Ну, не при... Тварь меня прижала. Падла. Что-то мне зажало. Иди. Что такое? Ну-ка. Так, ну-ка. Так, вот мы выбрались. Пришлось перезагружаться. Так. Зажало, падла. Семя пророков зайдет на трон. Он готовил меня, да? Комсток? Думаю, да. А зачем запер? Может, ты не хотела на трон? И он придумал, как сделать тебя более... сговорчивой? Думать не уйдешь! Так... Убийцы какие-то стояли. Вот они. Так, что? Что-то покончили уже? Жизнь самоубийством? Да, печальная их участь была. Не правда ли? Так, вот там вроде впереди кто-то был. Квартал наш. Казнить всех, кто кажется подозрительным. Всех, у кого оружие, всех, кто носит очки, остальных собрать. Мистер Комсток, когда встретимся в следующий раз, пеняй на себя. Сходил я в этот твой зал героев за лжепророком. Кстати, выяснилось, что Дэвид говорит на языке сил. Он помог мне перекинуться парой слов с этим пареньком-коллегой. Купим. Боеприпасы. Купим, что у меня. Слушал я про житье-бытье мальчишки и решил вот что. Когда будем снимать с тебя шкуру, резать я доверю ему.
мысли. Брось оружие! Да сдохни уже! Да. Вот так. Господи, в меня еще попал. Смотрите-ка. Попал. Что вы мне тут представляете? Так. Брат госпожи Лютос, прибытие. А, вот они. Величайшие учения Колумбии представляют своего брата. Он тоже физик. Давайте, как вы придумали все это дело? Еще один гений, кто бы знал, что у него есть родня. Да. Кто бы знал? Кто бы что предполагал еще тут? Так, это у нас что у нас? Рубашка аэростат увеличивает скорость. Уж не нужна эта скорость. Ваши аэростаты. Этот! Сейчас. Так, а мне куда? Вот это наверх. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Кто там бьется-то? Танцуй! Мучайся за свою коленки, дорогой! Богатые девочки пляшут не хуже бега! Ой-ой-ой! Подожди. Подожди, он же сам себя не бьет. Вот это. Сашку! Твою душу! Да, вот так. Нормально. Все. Все кончено. Все кончено, можно вот так вот закупиться боеприпасы. Где у меня граната-то? Все, когда деньги будут. Ну-ка вскрой-ка вот это. Элизабет. Уже. Что открыл. У нас? Что есть? Я могла бы не скрывать. Подержи у себя. Давай. Так, 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 так. Ага, вон туда мне. А здесь у нас... у нас здесь билетная касса. Закрыто, закрыто. Давай. Вот вам, буржуи сраные! Нас не заставят! Ну! Открывай! Сейчас! Сейчас. Давай. Давай, поджаривай его. Попробую найти. Нормально. Я
нашла сами. Лови. Пойдет. Да. Подожди. Блин. Тут какой-то... Какой-то трэш творится. Никто не будет по тебе горевать. Ой, а по вам прямо уплачутся тут. На. И что ты мне сделаешь? Мне что надо сделать? Пока идет бычок, тут еще остался. Кто остался? И самое главное, где? Смерть основателя! Я вас всех перебью! Все? Или еще? Да. Так вот, проще. Пожарник Букер! А, вон еще где-то даже есть. На. Открой. Сейчас. Давай, кто там еще есть? Живьем тебе не уйти! Я сожгу твою душу! Давай. Жги, предателя! Праведный гнев! Ой-ой-ой. Пожарный Букер! Праведный гнев! Да. Лови! Отлично! Ой-ой-ой. Ну что, ты меня достал? Подожди, подожди, подожди. Выходи и дерись! Все? Я победил, нет? Вроде должен был победить. Куда уже больше-то? Все, пойдем. Так. Сюда. Можешь это открыть? Конечно, нет, можешь. Куда ты денешься? Все. Идем, идем. Давай. Ага. Так. Подожди. Где у меня там гранаты? Гранаты. Элизабет. Давай. Какая ерунда. Давай, давай, вскрывай. Открыл. Молодец. Молодец. А вы не из жопы ягодку обжили, снова выжили. Брат. Комсток не понимает, что наши...
изобретение показывает не пророчество, а вероятность. Однако, благодаря его финансированию, поле Лютэс сможет стать разрывом Лютэс, окном между мирами. Окном, которое, наконец, соединит нас. Вот так они перемещаются в вероятности своей. Салли, пока народники тут буянили, этот подонок влез и увел мою девчонку. Держит ее в соленой устрице, как и остальные сокровища. У него там потайная каморка. Нужно просто нажать на кнопку под стойкой, и дверка откроется, но... Так. На кнопку под стойкой. Накройте его, ублюдок! Ну давай, под стойкой. Где эта стойка только? Назад идти? Под какой стойкой? Еще разок слушаем. Салли, пока народники тут буянили, этот подонок влез и увел мою девчонку. Держит ее в соленой устрице, как и остальные сокровища. У него там потайная каморка. Нужно просто нажать на кнопку под стойкой, и дверка откроется, но... На. Не тяни резину! Карнавал бережливости к вашим услугам! Давай, соли. Точно купим? Да где этот автомат-то? Так, нормально. Нормально должно быть. Комсток думает у нас супер. Так. Соляная устрица. Где ты, блин? Так. Это... Главный, ну, предположим, вокзал. Ладно, даже искать не буду. Если по пути попадется, то ладно. А так, преднамеренно, специально что-то. Так, деловой. Экватралс. Они захлопнутся за нами. Конечно. Мы не сможем. Так. Контрольная точка, да? Можешь открыть? Давай. Двойной циферблат? Это просто. Я читала, что дураки обычно держат шифр поблизости. Надеюсь, хозяин здесь дурак. Давай. Так. В славном городе, анархисты в нашем славном городе. Так. Пароль должен быть где-то вроде здесь. Оно. Вот это, наверное. А что там было-то, я так и не понимаю. 4-5-3, ну 5-3, да? Пойдем. Блин, не то нажал. Ну чё ты? Блин. Пять, три.
Ну иди открывай. Тут что-то дернуть надо еще. Ты так любишь всякие замки и шифры? Когда живешь в клетке, подобный интерес возникает сам собой. Пожалуй. Больше меня никто не заблудит. 4, 5, 1. Вот он, птичка прилетел. Сейчас просканировал, не понял, что. Все, иди. Тихо, тихо. Элизабет. Давай, открывай. Элизабет, ты... Пообещай. Я его остановлю. Нет. Эту клятву ты не сдержишь. Но обещай мне, если что, ты не дашь забрать меня назад. Окей, договорились. Да, по рукам. Дойдет. Ясно? Я бы с собой мизинчиковую клятву сделал, но у тебя мизинчика-то нету. Так что, не обессудь. Клятва на мизинчиков не прокатила. Так, деловой район Эмпория. Наверное. Наверное. А может, наверное. Смотри. Народники тут все уничтожают. Так, ну уничтожать, уничтожать, что? Нам в замок пропасть, да. Попасть в замок. Конечно. Давай. Давай. Так. Давай посмотрим, увеличить радиус. Угу. Да я прям вооружаюсь. Неплохо, улучшенная ракета. Это что, какой-то очень даже хороший бой будет, что ли? Электричество! Так. Ну, давай так. Блин. Увеличивает дальность щита и снижает затраты соли. Так. Плюсик отражателя. Искры в бутылке. Вон! Вот этот! Сейчас! Да. На. Пока воюйте без меня. Если что, я, может быть, потом присоединюсь. Так. Так. Это я все увеличила. Только после операции прибыл, да. Увеличил себе. Так, мне что надо? Мне надо. Отправляйтесь в дом к
Комсток, а Комсток управляет соловьем. С помощью музыки найдите в доме Комстока мелодию, которая подчиняет соловей. Перезарядка! Да. Где? Где вы? Ну где вы? Ну давай проверим, где вы там. Ну. Элизабет. Сейчас. Давай. Берегись, там механик. Вау. Ракета, Букер. Подожди, подожди. Кормись, пешка. Да пусть будет хотя бы два раза трус. Что с того? Иди сюда. Ай-яй-яй. Тихо, тихо, тихо. На. На. Конечно, давай. Давай. Да. Как она его называет, этого? Подожди, чуть-чуть. Подожди, подожди. У тебя кровь. Нужно? Давай, давай. Спасибо. Ой-ой-ой. Постараюсь пойти еще. Так. Дайте-ка, дайте-ка, дайте-ка я пойду. Подожди. Восполню. Так. Чувствую, что у меня полный прямо. Вот теперь. Все, можно еще немножко жить. Ты можешь открыть этот замок? Давай. Слушай, то, о чем ты попросила в лавке? Не будем об этом. Что Соловей с тобой делал? Если он вернет меня, то это смерть. Или что-то такое, что я не вижу разницы. Мне надо локацию покинуть. Так, 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 так. Смотрим. Эмпория. Банк Пророка. Главный вокзал. Линия Гармонии, Площадь Победы. Понятно. Колумбия принадлежит народу. Да кто бы сомневался. Только почему мне это говорят? Так. Что ты мне предложишь? Так. Так-с. Все. Вооружен и очень опасен. Ой. Берегись, снайпер! На.
Давай. Открой! Ага. Вот так. Откуда? Не понял. Мне же как-то надо его подбить, да? Ты труп! Тихо. Труп. Вот он! Если бы я каждую букашку слышал бы. Так, отправляйтесь в дом Комстока. Умрем, но не сдадимся! Сажу в тебя... Вон! Вот этот! Сейчас! Где ты? Так, мне тебя... Я его не вижу! Не вижу. Не тяни резину! Перезарядка! Не дай ему дернуться! Стой! Не высовываться! Еще разок. Где ты? Из этой заварушки тебе не выбраться! Так. Неплохо меня потрепали. Открой! Ага! Где ты? Я знаю, что ты не один был. Попробуй найти! Ой-ой-ой! Сваливаем. Возвращайся, когда деньги. Так. Будут. Ну, теперь. Так. Снайперская винтовка. Так. Снайпер против снайпера. Нет. С тобой, козлом, такого не будет. Блин. Еще и уворачиваться надумали, что ли, от меня. Я буду здесь. Так. Да. Вот так это работает. Идем. Ага. Вон он что, Михалыч. Будь я здоров. О, спасибо. Так, а если я упаду? А если в пути пропаду? Остались с больными, моими родными, моими зверями. Так, а как спуститься-то? Я буду здесь. Так, ну не буду рисковать. Тут замок. Ладно. Иди, открывай. Так, мне дальше по улице, да? Дальше по улице. Ладно. Спокойно. Напугал меня. Дурачок. Давай. Вот так вот. Молодец. Ага, одежда. Предмет, рубашка, шелковая, шанс поразить током ближайших врагов, если вас ударили. Ну, давай, возьмем. Я пока буду сожжение устраивать. Смысл менять. Кряга, скряга. Все, идем. Больше ничего вскрыть не надо. Так. Вы не оживете, надеюсь? Как печально. Труп, если труп, то нет, не оживет. Оно и к лучшему.
Так, мне туда надо, осталось немножко, да, пройти? Препятствие на пути. Казнить его! Твоя плоть обуглится! Берегись, патриот! Гори в аду! Вот так. Давайте. Я его вижу! Подсадимся! Открой! Ага. Нормально, да? За славу колонии! Так, идет хорошо. Что там? Вот так. Ну, они сейчас сами там друг друга завалят. Господь судит, я действую. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Все? Почти победил. Ну, почти. Такой вот. Да, такой вот я. Герой. Бежим, 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 бежим. А что меня разыскивают? Давай, а я нет. И где я? Заходи сзади. А, вон он. Живьем тебе не уйти. Блин. Не добит. Кто ты? Пустой. Тварь какая. Обстрелим. Я тебя прикончу. Давай. Я этого и жду. Там еще один должен быть. Знаешь, я все думаю о твоем видении. Горящий Нью-Йорк. Где же? Что-то это должно значить. Давай, открывай вот это. Элизабет. Серьезно? Вот этот старый замочек? Готово. Понятно. Ух ты, все в кровище. Картину испортили. Шляпа пустая. Броня станет полной, без перезарядки. Так. Слушаем. У всех на глазах! Сержант оглядел меня и сказал: в твоем роду были выходцы из вигвамов? Да, сынок? Это ложь! Эта клевета преследовала меня всю жизнь! С того дня никто не считал меня товарищем. И только когда я сжег вигвамы со скво внутри, меня приняли как своего. Только кровь искупает кровь. Ну так ты людей сжигал. Ах ты тварь. Причем живьем. Падла вонючая. Чтоб кому-то что-то доказать. Так. Вот он. Вот то, что я искал. Так, что у нас имеется? Что у нас имеется? Поднимайся. Где? Кто где? Ага, я иду к вам. Автомат пуст, автомат пуст. Аптечный набор. Мне боеприпасы нужны. Все. Подержи у себя. Давай. Вот, держи. Теперь я доволен. Так. Сад у меня придуман мною.
Реально, блин. А подождите-ка, Посмотри на знамена. Да, я вижу. Наводники выбрали себе цвет. А я вот здесь это воевал, точно помню. Точно помню, тут воевал. Господи, какая тут разруха. Как же тут все разрушено. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ты куда бежишь-то? Куда бежишь, куда ты меня ведешь? Ага. Что у нас тут было? Серебряные орды могут обесцениться, но золото, оно всегда в цене. Давайте. Разберитесь пока между собой. Кто из вас главный? Она посмотрит, что не закопали. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Что закопали? Ух ты, тело, которое... А где баба тогда? Угу. И главное, его закопали, а супругу не стали, что ли? Тут все равно, мне кажется, что-то есть. Почему-то такое предположение. Девочка. Так. Расстрел. Давай сюда. Медикаменты. Его труп, главное, завалили. Зачем? И для чего? Чего он плохого сделал? Ни разу не видел, чтобы он оружие держал в руках. Помешало вам. Ну давай. Отправляйтесь в дом Комстока. Мне кажется, просто там эликсир какой-то был. У меня такое предположение. Это бы жизнь добавляет. За этими воротами дом Комсток. А, кстати, подожди. Я откуда пришел? Мне надо посмотреть отмычки, продает вот этот аппарат. Соли, боеприпасы. Нет, отмычки не продают. Ладно. Надо посмотреть потом, где. Мало ли. Чудесное дитя! Здравствуй! Мне жаль, что твоя мама, леди Комсток, умерла. Уверена, твоя была получше моей. Может, скажешь, почему башня закрыта? Леди Комсток, как приятно видеть вас. Что из-за погоды? Прекрасно, что вы к нам добрались. Особенно учитывая тот факт, что вы умерли 19 лет назад. Леди Комсток? Платье. Машина приняла меня за мою мать. Давай. Заходим. У ваших пальцев изменились отпечатки. Вам не здоровится? Ничего не выйдет. Попробуй. Твоя мать мертва, Элизабет. Да. Что за... Пришла пора взглянуть на ее могилу. Идем со мной. Вон она что. Вон она что. Но там только отец был. Или кто? Только что на кладбище были. Блин. Надо было сразу тыкаться туда.
На этом кладбище похоронена моя мать. Предположим. Ну, туда можно вообще спуститься? Там что-то есть, нет? Или мне потом сюда? Нет, ладно, давайте. Там вот какой-то разлом, разрез, не знаю. Что вот он может? Непонятно. Слушай. Дорогой брат, эти дыры в воздухе продолжают приносить дивиденды. Не знаю, у какого музыканта ты заимствуешь ноты, но если он хоть в половину так же гениален, как биолог, за которым я слежу, быть тебе новым Моцартом. Куда ты идешь? Идем. Да что мы ищем? Пойдем сюда. Да, сюда, я знаю, куда-то сюда, куда. Вон, открыть надо. Да. Люди сюда быстрее. Что ты там тащишься, как черепаха? Смотри, кого я нашел. И сюда, сюда. Открываем. Давай, 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 давай. Открой! Пожалуйста. Пожалуйста. Это могила твоей матери. Ее похоронили в герметичном склепе. С ее отпечатками мы откроем дом. Она твоя мать? Мать, оставившая свое дитя, не вызывает у меня большой симпатии. Руку отрежь. Остановись, подумай, что ты делаешь. Готово. Ты откроешь дверь или мне идти туда без тебя? Ну, я сам открою. Руку никогда не резал. Так. Элизабет. Это она. Как дела, мам? Все лежишь тут, заперти. Похоже, у нас с тобой много общего. Давай лучше я. Нет. Я все сделаю. Ну. Открыть гроб. Видишь, дитя? Ты пошла за ложным пастырем, а он увел тебя с пути. Разве может лев спокойно смотреть, как мучается его львенок? Останови его, Господи! Ну, розги пожалеешь, ребенка испортишь. А музыка? Не слушаешь меня? Это вибрация. Послушай свою мать! Давай, она не живая. Элизабет, нет. Ты в порядке? Куда она делась? Подожди, попробуй успокоиться. Нет, как мне нужна эта рука. Элизабет, Вика, почему какой-то твоя мать призрак? Она не... Мои силы зарядили эту штуку, и открылся разрыв. Он убил меня! Дитя, дитя, ты ложь, что вырвалось из моей крови. Похоже, твоя мать оживляет мёртв. Спокойно, подожди. Нормально так. Не спать меня, друг! Так, а чё мне? Вороны? Вороны, наверное. Спокойно. Тихо. Забирай ее! Спокойно.
Блин, мне надо мать-то биться, мать. Это! Где ты? Лови! Отлично! Прекрасно! Больше ничего нет! Давай, где ты? Попробуем с гранатометом. Так. Ничего, сейчас добьем. Держись, Буки! Давай. Воскрешай меня. Загасите меня так, тварь. Реально жесткая битва. Победил. Да кто она? Да кто она? Живая или мертвая? Зачем спрашивать что? Если правильный вопрос, когда? Вся разница между прошлым и настоящим... В семантике. Живет, жила. Умрет, умерла. Воспринимаем мы время, как оно есть. Никому не были бы нужны эти учителя грамматики. Как я и все мы, какую... леди Комсток вне времени. Это что, она мертвая? Жива и мертва. И чувствует это. Ее состояние ей не нравится. Восприятие без понимания. Опасное сочетание. Смотри. Она идет довершить начатое. Стихами. Надо пойти за ней. Убедить ее открыть ворота в дом. Стихами же говорили. Лютос. Лютос. Скряга. Ну ладно. Пойдем куда-то туда, наверное. Чего мне надо? Ни хрена не понимаю. Эти-то куда делись? Брата, что ли, сюда идти? Да нет. Видите, тут падлы исчезли. Ага, туда как-то можно пройти. А как? Непонятно. Куда идти? Непонятно. Ладно. Мы воевали с ней здесь. Значит, теоретически ее труп где-то должен быть тут, наверное. Но раз ее тут нет. Так. Что тут еще? Не понимаю. Досадно, что ты не можешь войти в дом Комстока без нее. Она выглядит не слишком дружелюбной. С ней можно найти общий язык. Сперва надо найти три истины. Которые в этом мире
Комсток уничтожил. Ах, если бы кто-то из вас двоих мог изменять пространство и время. Это пришлось бы очень кстати. Сколько сарказма. Давай, куда нам? Что-то не так с леди Комсток. Да, я заметил. Нет, ты не понимаешь. Здесь не место. Я протащила что-то сквозь разрыв, но... Она ли? Что за следы были? Что за следы? Которые... Так, мне получается сейчас надо... Ага. Идти туда... Чтобы разрыв какой-то поменять. Хорошо, пойдем. Куда ему? Дальше. Угу, понятненько. Помоги-ка мне. Аптечный набор. Так-с. Все. С тебя все. Гарантия? Кому нужны эти бумажки? Идем. Идем. Вот здесь по-любому тоже что-то есть. Там кто-то есть. Вот он! Спокойно. Ну что, вроде бы. Все довольны. Что тебе сюда и надо было? Чего тень на плетень наводите-то? Охраняли что-то. А что мы могли охранять? А? Ага, мне сюда. Тогда подожди минутку. Можешь это открыть? Нет проблем. Нет проблем, значит, давай. Рыночный. Рыночный кто-то. Она думает, что это симпатия. Вот дура. Так, смотрим. Отмычки тоже не продают, ладно. Гарантия. Подожди, я же стрелял. Опасности. Вот так. Так, ты открыла. Вот эту дверь. Нет, вот эту. Что тут есть? Одежда. Брюки увеличивают критический урон на 50%. Ну-ка показать сравнение. Стараюсь призрачно так. Надеюсь. Все, выходим. Выходим. И идем вот сюда. Раз она нас сюда привела. Заперты. Элизабет! Серьезно? Вот этот старый замочек? Ты давай, не выпендривайся, открывай. Всё. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, и что мне надо-то? Найти три разрыва.
Три. Ни больше, ни меньше. Так, это никакого мультикатора нету для меня. Это разрыв. Вот там самый. Есть что-то. Открытие? Кажется, Камсток стал стерилен из-за нашего изобретения. У меня есть теория. Как гены родителей ослабляют друг друга, соединяясь в ребенке, так и множественные реальности в соединении обезличивают наш мир. Человек теряет то, что делало его уникальным. Еще на второй этаж, ладно. Ты! Шлюха! Это мама. Уверяю, я не питаю к вашему пророку сексуального интереса. И мадам Лютес. Более того, он бесплоден. Это ложь! Забери свою девчонку! Ей не место в моем доме! Бесплоден? Так. Тогда кто ты им? Ребенок, которого они держали в клетке. Она заслужила то, что Камсток сделал с ней. Второй разрыв. Где? Ты сказала, ей здесь не место. Что ты имела в виду? Так. Давай, Соли, последний. Она дикая. Как отражение чего-то... Ну... Не знаю. Сломал наше изобретение. Однако мы не умерли. Теория. Мы рассеяны по пространству вероятности. Но мой брат рядом со мной, и поэтому я спокойна. А вот он нет. Это дело с девочкой осталось незавершенным. Но, возможно, есть человек, который довершит начатое. Так, это про меня. Найдите следующий разрыв. Ну, так они в разных домах будут. Понятненько. Куда, куда? Туда, туда. Туда, туда. Идем, идем. Не стесняемся. Понятненько. Здесь у нас все ясненько. Так. Я как раз понял, где бабушку по голове. Не топором, конечно, но тоже чем-то неприятным. Зажарю, как свинью! Пожарник, осторожнее! Брат! Зажарь, как свинью! Сжечь предателя! Вот так. Тихо, тихо, что случилось? Разметало его. Понятненько. И ясненько. И здорово. Тут замок. Не вопрос. Давай, открывай. Готово. Блин. Что тут есть? Ценного для меня. Вот оно. Вот и действительно ценно. Нашла деньги. Забирай. Молодец. Вижу, пользу приносишь наконец-то. Все. Блеск. Можем идти. Отмычки не зря потрачены. Город отстранен. Сюда, сюда, сюда. Подъем. Прекрасно. Только взгляни на этот, на эту прелесть.
Интересно, где сама шифровка? Так, ключ нашел. Ну, пойдем. Даже не буду кучки тратить на кучку денег. Ты можешь открыть этот замок? Нет проблем. Да. Вперед. Прошу. Блин, такие замки отмычки не тратятся. Нет. А мне куда надо? Найдите следующий разрыв. А, точно, я же забыл. Я же забыл. Мы грешники! Все мы! Подожди, на тебе тоже. На. Спокойно, спокойно. Подожди. Сейчас он наваляет вам. Получил пернату. Гори в аду! Блин, подожди, подожди. Гори! Помер. Фух. Лапушка была. Лужа нефти была. Было чем воевать-то. Ладно, ничего страшного. Открой! Есть! Пусть прикрывает. Так. Мне куда? Не туда. Так, денежки собрали. Связано с нанимателем. Тихо, 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 тихо. Я смотреть не будем. Теперь хоть понятно, как их распылило тут. Ну что ж, думаю, на этом все. Поднимемся. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Пока!